после стольких лет, когда ему это говорит. Контрвыпад автомобилиста. И вот эта атака, наверное, да наверняка, если вычесть две минуты игры в большинстве, лучшее, что автомобилист продемонстрировал в первом периоде. Ну, за первые 19 минут, по крайней мере. Ну вот Крикунов, да, второй раз уже очень хороший момент имел Илья Крикунов, нападающий автомобилиста. Всего одно набранное очко в последних 10 матчах у этого 34-летнего нападающего. Но сегодня он один из самых заметных игроков в составе автомобилиста. Видно, что и идет на пятак, и находит шайбу, и партнеры доставляют. И полное желание себя проявить сегодня в матче против СКА Илья Крикунов, у которого был второй великолепный момент в первом периоде для того, чтобы отличиться.